Добрый день. Сегодня две маленькие посылки, небольшая распаковка. Так, первая, как обычно, начну с самой маленькой. Своими супер-ножницами новыми, которые за баллы пришли с Пандау. Товар не отслеживал, поэтому не знаю, что, но предполагаю. Да, так я предполагал. Это манипеля. Заглушки, которые будут светиться, когда... Так, ну тут, наверное, нет батарейки. Да, точно, здесь батарейка. А, нет, здесь. Сейчас я... Три батарейки здесь. Сейчас я все скручиваю. Крышку не пилю. Пиваю. Тут, кстати, приходник был. Это у меня машиной. Там можно было... Что, не только на машине, что на какой-то. Так. Все. Крышка на месте. Сейчас покажу, как это работает. Куда ты уходишь? Ты куда ты уходишь? Вот так она красиво. Заказывал я эти штучки на Алиэкспрессе, стоили 19 рублей, мне кажется, недорого, плюс там еще батарейки приходили, 3 батарейки в каждой. Так, следующие посылочки, какие у меня ништяки сегодня, здесь что-то детское, что ли, упаковано в пупырку, и там в коробочке. Это то, что я в одном из видео испытывал. Это свечки. Я не буду сейчас их показывать, я их покажу потом, когда... Тут поджигаем, там включаем кнопочку, поджигаем. Это цветочек раскрывается, и под музыку догорают свечи. Да, в принципе, безделушка такая, ну, так себе. Тоже на Алиэкспрессе заказывал, ну, за копейки какие-то. Вот эта вещь интересная, конечно. Я потом на день рождения детей, может, подожгу. И посмотрим, как это будет гореть. Ну, коробочка вот здесь, коробочка, инструкция, все здесь есть. Показано, как все будет происходить. Красиво оно будет раскрываться. Такая сегодня распаковка. Ни о чем, конечно. Ну, то вот эти штуки хорошие, красиво светятся. 19 рублей. Все. Распаковка закончена. Подписывайтесь, ставьте лайки. Кстати, подключайтесь к КПН-сервису, который... У меня ссылка будет в описании. За любую покупку вам будет начисляться кэшбэк. В зависимости от товара и от магазина. На Алиэкспрессе там до 90%. На ГРБС-7, там, не знаю, где-то до 10%. Каждый магазин дарит скидку.